Глеб Иванов. Мой канал так называется. Вот Вадим. Со мной сегодня будет играть Вадим. Вадим создает. Да, я создаю игру. Мы играем в Soul King. Да, я... называется Soul Knight. Да. Но, ну, Knight я... проще так называть. Так. И смотрите. Мы, кстати, с моим другом наводили коды. И да, кстати, я вам покажу один кодик. Заходим, видите, смотрите, я сейчас вам покажу. Погодите, инструменты, щетка. Вот. Ой, погодите, неправильно. Погодите. Сейчас обведу. Погодите, смотрите. Заходим сюда. Набираем, и у нас появляется секрет, вот такой секретик. Вводим английские буквы С, У, П, П, И или Е. Да. Супер, 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 пять. Супер, пять. Вот, смотрите, С, У, П, П, Р, пять. Этот подарочный код уже введен. Вам дадут много денежек и 5 и один билетик. То есть 3 пробочных билет. Это да. Значит, что вы сможете брать любого персонажа, даже крутой, ну, да, денежки 3 раза. Я не виноват, это такая. Ну давай, Вадим, создавай. Ладно, погодите, я кое-куда куда нажал, случайно. Ну, вот. Мультиплеер нажимаем и создать игру. Это кто не умеет. И вот так. Выбирать героя. Итак, сначала можно выбрать. Я тут тебе уже персонажа покупала. Я выберу священника, потому что он может лечить. Да. А как раз нас будет двое. Так. Я не буду брать священника. Да, лучше возьми другого. Ну, купи его священника. Просто... Так он у меня уже куплен. Нет, не куплен. А, нельзя купить. Ладно, возьми любого. Нет. А. Где один? Давай, я возьму, пожалуй, вот этого. Так, это. Разбойник. Угу. Так, Глеб берет разбойника. Да. Погодите, я сейчас возьму леечку. Мне нужно оружие. Понятно. Вот, заходим. Заходи. Да, захожу. Зачем? Итак, советую вам при видео выключать звук. Вас плохо будет слышно. Но если хотите, то... Да, я включу немножко. Вот так. Я немножко включил. Так. Ой, не туда. Вот тут. Так, да. Все. Начинаем. Давай, начинаем. Опасные ловушки не на полу. Ну, то есть опасные ловушки на полу. Так. Так, мы появились где-то. Можно получить персонажа. Надо пройти всю игру полностью на этом уровне. Угу. Когда вы получите бесплатного героя панду? У меня 5 жизней. А у меня 4. Священник такой. Так, где сундук? Ну, хотя бы у него суперсила это лечить. Покажи, что там. Стой, стой. Там посох. Посох крутой. Я возьму его. Ну да, возьми первого. У меня леечка есть. Ну, он не бесконечный. Нет, о, он, таки, он такими же стрелами стреляет. Да, это водяной. У меня водяное. Это же лейка все-таки. О, сладкая... Это сладкая вода. Такая сладкая. Он такой говорит. Ну, я ее не буду брать. И когда у меня потратится жизнь, я ее выпью. Слушай, у меня есть зелька. А, нет, ну, ладно. Нет, я лучше попил. Ладно. Сражаемся. Я с одного удара почти выношу. Это я. Так, ладно, смотрите, вот эти... Тут только что была личинка, она очень... Вот, видите эту личинку? Она появляется токсичными ядами. Вот, видите? Я сейчас был токсично отражен. Стой, там уровень. Хотя давай, можем пойти туда, в портал. Стой, погоди. Тебе надо подлечить. Если что, кто не заметил, это вот тут карта. Так.
Я это уберу вот сюда. Вот. Итак, да. Смотрите. Заходим в портал. А, погодите, его полечить надо. Все, я полечился? Да, заходим, это только что молнии было. Да. Так, мы можем выбереть бонус. Можем выбрать. Оружие ближнего боя может отразить пули. Критический урон от пули может пробить броню врага. Увеличить эффект питомца и спутников. То есть мы будем... Да. Так, давай возьмем, может, вот это берем. Да, вот это. А, это... Я знаю такое. Так. Так. Зельки автомат. Зельки, нет, я... У меня есть лекарь. А так называется он священник. Тогда не берем сразу в клетки, посмотрим, что это будет. Нет, в клетке посмотрим. Да, все-таки посмотрим, что там будет. Сейчас. А, там это Бэтмен. Бери Бэтмен, у меня кошка. Ноль монет. Да. Он всегда просто ты его освободил. Так, я к сундуку. Что он не хочет идти? А, да, он не хочет ко мне идти. А, точно. Мне придется взять Бэтмена. Бэтмен, пойдем со мной. Что там в сундука? Ну, две кнопки. Не хватаем, все смотрим, что там. Ой, стой. Тогда не бери сразу, я тоже. Я вообще мало смотрел. Ладно. Да. Попробуй изданную, кстати. Погодите, у нас не большой на... Не... Давай, это открывается, стой. Сундук. О, все, взял, все. Стой, я беру, наверное, вот этот зонтик. Я зонтик хочу. Погоди. На, зонтик. Спасибо. Что это за меч пустоты? Нет, не хочу твой посох. Да, я знаю. Отдай мне посох. Где? Я не могу взять зонтик. Посох. Зонт. Вот он. Вот. Он крутой. А, он как мое оружие. Пам. Итак, я все-таки не буду брать бесконечно. Ну, там. Меч пустоты. Он такой. Не так себе. Так, мы атакуем, атакуем, атакуем. Кстати, пожалуйста, подпишитесь на Глеба, он будет рад. И мы будем рады. У него такие так себе видя, и не смейтесь над его голосом. Это статуя инженера. Ну, вам Глеб только что показал. Это берет динамит. Итак. Пока что идем. Идем. Я вас поставлю на паузу. Да, мы продолжаем. Мы будем снимать видео, пока не умрем. И да, смотрите, тут есть вот яичко. А, дробовик. Да, он не бесконечный. Я возьму дробовик, у меня нет другого оружия. Нет, посох. Посох, посох, посох. Так. Начинай. Давай, давай, Глеб, давай. Давай, давай, Глеб. Я верю в тебя. Круг. Я подзорвал, я только... Давай сюда. Где? А, вот. Где? Давай, я сейчас полечу. У меня у меня одна жичка. Не бойся, я себе... Стой, что это? Стой, надо... Давай. Стой, я... Лук, да, он... Лук, он... Стой на месте, Глеб. Я тебя полечу. Динамит это тоже лечит. Шутка, конечно. Я возьму лук. Нет. У меня уже есть зонтик. Тетя Зины. Ладно, стой, подожди, у меня восклицательный знак. Глеб, тебе надо взять восклицательный знак, ты вор. Почему я вор? Потому что вор. Так так написано. Ты бандит. Ну, так-то было написано. Ладно, бежим с Глебиным зонтиком от тети Зины. Это правда, Глебин зонтик. Ему он украл тети Зины. Да. Я, кстати, может, привет, в эту игру нам будет полный капец. Она знает, куда мы пошли. Она посмотрела все мои данные, где я нахожусь. Она крутая очень, потому... Итак, кстати, не смейтесь над Глебиным голосом. У него нормальный голос. У всех такие ошибки, и у меня. Ладно, Глеб, спускайся вниз. Не будем брать лишних денег. Да. Сейчас почти босс. Вот, сейчас будет босс. Да. Последний уровень с боссом. Так, не берем. Лечит, курит. Повышение шанса получить зелье из разбитых. Нет, ящиков. У нас это. Лекарь. Стой, Глеб, стой. Спасибо. Так, теперь готовлю. На. А то что? Что-то у меня зонтик есть, тетя Зины. Я забыл, что это дробовик, ну все.
Извините, я упал. Так. Наставник. Подставка. Наставник. Он улучшает оружие. Оружие — это плохое слово. Что такое? Рома, оружие — это неплохое слово. Это нормальное слово. Итак, мы продолжаем играть. Да. Так. Это почти последний уровень и босс. Давай. Так. Вот, идем к сундуку. Стой, подожди меня там. А, тут коробка. УЗИ. А, УЗИ у меня... Возьми лейку. А, она ходит бесконечная. Так, да. Я лучше возьму зонтик тети Зины еще. А те оружие...